Друзья, всем привет! Я уже, как видите, получается, купил пропуск. Он стоит 720 рублей. Можно также купить пропуск за 1300 рублей с тремя сувенирными токенами, которые, получается, дадут вам возможность купить 3 сувенирки, соответственно, как минимум на начальном этапе. Но я купил, получается, без них за 720 рублей пропуск. Здесь можно, получается, смотреть турик. Steam TV. Крафти команду можно выбрать на время, получается, существования мажора, после чего их уберут. Можно также, получается, получать жетоны за 218 рублей каждая штука, если брать их отдельно. А что касается ставок, они есть. Пожалуйста, сделайте 5 верных прогнозов на этап претендентов, это все понятно. Также добавили у нас патчи. Патчи различных команд, в принципе, о чем я и говорил. Скорее всего, будет рост, получается, оперативников каких-то. Особенно тех, которые лимитные. Так, по патчу все понятно, мы особо тут... зацикливаться на этом не будем. Стоит, получается, сейчас патч 144 рубля пачка. И легенда стикера стоит 72 рубля. Как мы видим, они безрамочные. Это, насколько я помню, впервые со времен ката 14. То есть есть внизу надпись, которая не мешает самой наклейке, самому изображению команды. Есть, соответственно, золотые стикеры, есть фойл стикеры, есть холо стикеры. Мне нравится, как выглядят эти стикеры. Уред. Весьма интересна голографика. Допустим, да. Допустим, фурия. Фойл. Чем-то смахивает на прошлой фурии, впрочем. И получается, у нас есть. Интересно выглядит сама наклейка Стокгольма. Как будто она какая-то неоновая. И есть также золото. Различное. Тоже фурии, то и всего остального. Все как подобает, капсули со стикерами. У лигидов весьма интересная наклейка голдовая. Еще надо будет все посмотреть более внимательно. Если будет какое-то количество лайков на этом видосе, как минимум 50, я попробую запустить видосик, на котором расскажу, что лично я буду тарить. Я рассчитывал не сильно много тариться на этом мажоре, но по всей видимости я немножечко это исправлю и буду более активно тариться. По патчам тоже тут все понятно. Патчи, получается, вторые спириты, астралы, естественные команды. Есть и голдовые патчи, которые выпадают, видимо, более редко. И третья пачка тоже, получается, с тайлушкой, шаркс и все остальное. Я особо зациклюсь не буду, чтобы растягивать видос. Просто глянем, быстренько посмотрим. Movie Stars. Как вы, интересно, выглядите. Да, они добавили прям интересный оттенок на эти стикеры. Мне нравится. Симпотно. Мауза, конечно, это тихий ужас, как говорится, без комментариев. Ну ладно. Ладно. То, что нету рамочек, это огромный плюс для этого мажора. И, по всей видимости, он будет сильно бутиться. После того, как он закончится. Несмотря на то, что их будет, может быть, даже дохуища. Потому что мажор просто-напросто нагнул все предыдущие мажоры по своему внешнему виду, и это прям большой плюс. Автографы я пока не могу приобрести. Я так понимаю, они будут доступны после того, как закончится чемпионат. Короче, не знаю, переведите мне. Пока непонятно. Чемпион с автограф и финалисты автографы. Ну, короче, я понял. Пока мы не дождемся конца мажора, мы их, видимо, не увидим. В принципе, на этом пока что у меня все. Это такой беглый взгляд, но более подробную инфу вы какую-то сможете узреть и от других ютуберов. Просто я, как говорится, первый. Невнятно, но зато первый. Но стикеры прям ебейшие. Я точно сделаю, наверное, видос о том, какие стикеры я стану закупать. Мне будет, наверное, плевать вообще на то, что их будет дохуище. Конечно, надо будет ждать, будут ли скидки или не будут. Это рискованно. Но если скидки добавят, я, наверное, все-таки затарюсь в большом количестве, даже когда добавят скидки. Не буду особо ждать. Вероятно, я закуплю сначала просто капсулами. Потом уже посмотрю спустя какое-то время, стоит ли закупаться стикерами команд. Но стикерами команд я буду, конечно же, по лайту закупаться тоже. Несмотря на все это. На всякий случай, может быть, еще до скидок закуплюсь какими-то командами. В надежде на то, что их там... Типа, с ними что-то случится, но знаете, как бывает там дисбанд, бла-бла-бла, все дела. Короче, вот эту тему я попробую высчитать, попробую уловить. Если получится, может быть, что-то затарю чисто по фану, одно другое. Что-то слишком дешевое, что-то слишком подозрительное в плане цены. Вот телеку забыл вырубить, проблемка. Но это не суть. Важно, поэтому мы просто снимаем по факту, что происходит.
Мне нравится, очень прикольно сделали. Поэтому я наверняка чем-то да затарюсь, подожду скидок. Я боюсь, что просто скидок будет у нас не очень много времени отведено на них. Поэтому я постараюсь что-то затарить в самом начале скидок, что не будет падать цене, несмотря на продолжительное время, получается, скидок. А дальше уже буду смотреть на то, сколько это все будет валяться, получается, в игре. Я надеюсь на то, что это займет немного у нас времени. Почему-то у меня чуйка такая, но я могу ошибаться, потому что на РМРке я точно ошибся в этом плане. Но в любом случае, всем хороших инвестиций, всем уверенных ставок. И я думаю, у нас с вами все получится. И мы скоро вновь увидимся. 50 лайков, я снимаю видос о том, что я стану закупать, что мне прям больше всего нравится. Конечно же, смотрите, если вы хотите уже сейчас думать, что закупать, смотрите на самые известные команды. Вы тогда точно не прогадаете. Так, все остальное уже чисто на вашу пику, поэтому удачки и до скорых встреч.